сразу видно, что вернулись родители. Движуха. Ты не орал еще? Ну, уже ныл, я слышала. Вафелька. Родители вкусняшек привезли. И конструктор. Ну, сейчас посмотрим, какой конструктор. Так, новые приехали. Новые приехали жильцы, видите? А эти, гляньте, рододендрумы. Красавцы. Вечно зеленые. Показывай, конструктор. Будем сажать. Давай паровоз собирай. А давай выход раз заберем. Выход. У него один выход. Ну вот, соберешь паровозик, у него есть выход. Домик есть, наверное, выход. Да, сделаем выхода из домика. Вот дверь. Вот дверь одна. А рад родители-то приехали. Вот рад, парень. Вот такие три. Смотрите, Канна расцветать надумала. Ну что, Ильи Муромцы, что делаем? Я мы поднимаю. Сейчас, короче, додумали шуруповертом, там электричество отключили. Да, шуруповертом жестко тут. Мы додумали, что уже дождь. Yes. Где? А я же думала, у вас где тут... раздувалка? Я думала, у вас тут все да, уже да, жарится. Да. Дождик пошел. Саша так все кричал на аттракционы, хотел на аттракционы, давайте на аттракцион. Пошел дождик. Да, не повезло. И завтра дождик, и послезавтра дождик. А в Евпатории открылся аквапарк. Но уже не успеют. Тогда у нас есть вот смотри, что у нас есть. Офигеть! Мы сейчас сделаем фокс. Рекламу, говорит, снять. Правильно, рекламу. Вон она. Только реклама. Реклама. Давай. Реклама. Реклама. Еще сильнее показала, насколько отличается наша земля. Насколько она реклама. Реклама. Угу. А что это у нас? Я не знаю. Ярлычок, реклама. Это Гриша знает, как зовут. С Олегом. Смотри. Что это за собачка такая? Собачка. Да, это какой-то детский мультик. Ать. Поскакал. И да, мои дорогие, я даже вот эти штуки, которые уже порвались для швабры, я их тоже не выбрасываю. Вот сейчас я их сошью между собой. А потом покажу вам, что я из них сделаю. Вот смотрю, Лариса Табашникова. Сегодня у нее аж 8 видео вышло. Просто праздник какой-то. Да, Ларис. А сама вот чего-то делаю. Я как-то вот не умею просто так сидеть-то смотреть. Вот сошью. Вот эти лохматухи. Вот. И пустим в дело. Вот, вот так вот сошью. Ну, я вам покажу. Сашку слышно на всю волну. Он уже тут и песни орал. Спать давно пора, время тоже, господи. А он все веселится. Ой, не могу.
родители приехали. Счастья сколько. Цикады как трещат. Сейчас разговаривала с Сашей со своей. Она на улице с Данте гуляет. Я ни разу, вот сколько раз я была в Питере, не сосчитать. Но ни разу не была, когда белые ночи. Я просто поражена. Я думала, белые ночи, ну, это вот, ну, как-то там, да, посветлее. То там как в Мурманске, оказывается. Надо же. Прям вот для меня это открытие целое. Прям солнце светит, вот это вот светло, как днем, ну как Мурики. Хотя до Мурманска 1400 километров от Питера. Мне прям сразу захотелось в эту пору попасть в Питер. Что-то он с днем рождения поет. А, мама, с днем рождения. Ой. А я не пойму, что тут за день рождения. Это ты свечки задуваешь. Любимое занятие у ребенка. Свечки задувай. Давай, давай, пой. Молодец! С бутылкой в обнимку, главное. Семечки грызут. Да, у вас все хорошо. Водички. Водички хотите. Время 11 часов. А я тут серьги делаю. Завтра поеду на почту и выгуляю вот такую красоту. Надо купить жидкость для снятия лака. Так и хожу с краской на ногте. Ну, думала, снимется. Сколько я посуду мою, постоянно что-то в воде вожусь. Ни шиша. Хорошая краска. Доброе утро, мои дорогие. А утро вот такое. Добрее не бывает. Просто ливануло прям. А я тут что-то. Не знаю, что ты строил. Эту башню, Пепе. Башня. Башня написана. Мне надо на почту ехать. Батарейки. Леночке Михайловой отправлять. А тут вон что, Костя бегом под дождиком бегает. Давайте мультики. Давай включим какой мультик такой, знаешь. Большой, красивый, для взрослых, для детей, хороший. Завтра улетать. А тут еще вот гаражик. Первая задача – оскрести вот эту хрень. Возможно, вот этой вот вчера вы делали, видишь? Это была изолента, она прилипла. Вот эти... Указания дает. Крупные, можно по-другому, не бить сначала. А крупные отложить, чтобы легче перегрузить. Такие, которые можно, знаешь, будет стопками брать. Такие более длинные. Вот. А совсем мелкие.
вот типа таких вот. В мешки можно лопатой. Можете запариться, измельчить все. Смотрите сами, но я думаю, что лучше вот так вот аккуратненько перчи оденете. А вот эти все как это можно? А? А это складывать надо. Здесь вопрос. Вот она! Вот она, Маша монстр. Кто же ее такую Машу нарисовал страшную-то? Вот. Нехорошие люди, да. Чтобы у них не было вопросов. Вот еще вот это докрасить. Крупные отложить. Я бы уже побил бы. Очень 10 мешочек. А, Танюша посадила рододендрум. Но он уже отцвел. Может, еще раз зацветет, да? Ой, прощаюсь я со своими кактусами. Все, все, мои хорошие, видите. Последние цветочки. Жалко, так он радовал. Цвел пышным цветом. Но еще Шекспир сказал: ничто не вечно под луной. Зато вот этот цветок никогда не цвел. То ли земли ему было мало, он у меня вечно где-то. Зацвел какими звездочками. Ну, а эти сами себя сеют, сами цветут. Смотрите, виноград-то уже какой. Ну. Марина, Серега, приезжайте за виноградом, за вином. Сказали, что приедут, но, наверное, в сентябре. Да и вообще, как обстановка будет, никто ничего не знает. Вон они. Везде ползают, бегают. По мне бегают. Эт-эт-эт. Шустрый какой. Так много их вообще. Ну и гранат дает жару. Еще спилили вишню-то. Наверное, ему еще больше света достается. Прям. Вот Таня еще посадила. Сказали, что это крыжовник, который не колется. Не знаю. А вот этот виноград вот посажен не у места. Тоже пересаживать его надо. Ну, вообще, на нем ничего нет. Ну, ради плодов надо. Ради затянуть не надо. Ну, да. Что хотим. Гортензии, они получатся 1.5 метра. Занимают, например, если их сажать, она уже вот. И высота вот такая. Угу. Еще луковицы. Давай. Я их там складываю. Вон, видите, какая красотища. И еще вон, они еще не все расцвели. Вон они. Еще маленькие есть. Но он долго цветет, да? Долго цветет, долго радует. Ну и зизифус также скромненько продолжает цвести. Ой. Такими звездочками. Бледненькими какими-то. Ну вот дождик прошел, ливень прям был.
Опять небо чистое. Ну, целый день обещают, что дождик будет. Заклеила дырку на занавеске. Ну, сейчас мои уедут. Я другую, наверное, повешу, потому что это не дело уже. Вы уж меня простите, мои хорошие. Но вот эти сегодня-завтра у меня просто... Просто времени даже не знаю, найду ли время на комментарии хоть поотвечать. Правда, комментариев мало совсем. Но у меня даже и на это-то времени нету. В ущерб сну, еде и прочим радостям жизни приходится. Так стараюсь, конечно, отвечать-то, но очень загруженная я, очень.